Очень надеюсь, что в скором времени вы сейчас погрузитесь в проект. Я жду вас с вашим видением и предложением. Сразу говорю, что если будет необходимость выделения каких-то дополнительных ресурсов, значит, под новые идеи и новый формат работы, мы готовы поддержать, потому что, повторюсь, базовый элемент в национальном проекте образования. Вас хочу похвалить, потому что вы очень оперативно развернули проект медклассы. По вашей инициативе мы реанимировали некогда хорошее начинание, получили отличный просто обратную связь. Поэтому здесь полная поддержка национальному проекту образования. Ну и какие задачи обсудим, стоят перед новым руководителем нашего центра.